Дорогие друзья, я всех приветствую в магазине Мася Мадоти, в примерочной. Вы видели, я снимала магазин, предыдущее видео. Все, что могла, сняла, практически весь магазин сняла. И теперь я сняла примерки. Вот я отобрала несколько вещей. Я не стала наряжаться в голубой рождественский новогодний костюм. Хотя он мне очень понравился, но я подумала, что это... Ради интереса можно было примерить, но я сюда так редко выбираюсь, поэтому я решила подобрать какие-то вещи более носибельные, которые мне больше нравятся вот именно как на каждый день, на работу, на которую я тоже хожу два раза в неделю, но окей. Будем считать, что я хожу на нее. Давайте будем примерять, и я вам все буду показывать и рассказывать. Меня заинтересовало еще в зале это платье, я хотела его померить. Я нашла самый большой размер 10 и влезла в него с трудом. Я даже не совсем смогла застегнуть молнию. Ой, девочки, я после отпуска мексиканского вообще ни во что не влезаю. Грусть, печаль. Но мне интересно было просто посмотреть. Хорошо, это 10 размер, наверное, в 12 я бы вошла. Значит, оно как-то так вот здесь застегивается, воротничок стойка, здесь какие-то пуговицы, смотрите, а, здесь петли, а здесь пуговицы. Очень интересный фасон платья, сейчас я пробую его застегнуть, потом включусь. Так, значит, оно застегивается, вот здесь у него есть пуговица, которая вот так вот застегивается здесь, и здесь две пуговицы тоже застегиваются. И вот такая вот получается у него здесь такой вот элемент. В принципе, если это расстегнуть, все дело, то это можно отложить, и будет вот такой ворот. Я не знаю, как лучше. Ой, у меня до сих пор сыпят. У меня аллергия на солнце оказалась. Последний день моего отпуска меня обсыпало красными чесучими прыщами, и до сих пор я с ними мучаюсь. Так что, ну, не обращайте внимания. Значит, очень интересный манжет. Посмотрите, какой интересный манжет. Здесь тоже пуговицы. Его, видимо, можно завернуть. Интересный рукав. Очень интересно, красиво все сделано. Единственное, что оно мне маленькое. Очень тут в животе поджимает и не застегнулся замок. Но так, в принципе, платье интересное. Оно подчеркивает фигуру, оно здесь такое немножко увеличенное, здесь так в облико. Красивое платье. Пришлось выключить. Почему-то здесь у меня включается вспышка. Почему-то мой телефон думает, что здесь темно. Ну, в общем, вот такое платье, кстати, к моим сапогам очень подходит. Красивое платье, мне просто нужен больше размер. Состав у него 100% вискоза, стоит оно очень дорого, $280. Вот, размер 40-й, 40-й наш, нет, 40-й европейский, европейский 40-й. Это американский 8-й, ага, вот поэтому оно мне мало, мне нужен американский 10-й, как минимум. Вот. Ну вот такое вот платье, интересно, видите, у него очень много интересных деталей, оно очень интересно сделано. Я вам его лучше покажу на вешалке, чем на мне, потому что на мне не очень понятно. Интересные пуговицы, интересный манжет. Здесь вот эта вот такая вот дизайнерская идея. Шито хорошо, сделано прекрасно. Вот так вот оно донизу. Не на что повесить, на высокое, у меня только низенькая вешалочка. Так, это следующее платье, оно висело у них в новогодней, так сказать, коллекции, но оно вообще, по-моему, совершенно на каждый день, ничего праздничного, нарядного в нем особенно нет, ну, смотря кому как. Для некоторых наших дам наличие платья на теле – это уже большой наряд. Вот эти фасоны, вот с этими завязками здесь, они вошли в моду несколько лет назад, они были везде, в H&M, в Zara, уже года 3, наверное, они существуют, если не больше. Вы знаете, в принципе, мне нравится эта идея, потому что платье, в принципе, довольно такое просторное. Вот видите сзади, это, кстати, размер medium, вот идите поймите, вот это платье 8-й размер, не маленькое,
а медиум вот это мне совершенно нормально. Хорошо, оно сделано, хорошо сшито, оно подешевле немножко, чем то предыдущее. И интересно, потом посмотреть состав. Ну, вот такое вот платье. Нормальная длина, у него здесь разрез. А, оно на пуговицах. А, оно на пуговицах, оказывается. Здесь все пуговицы скрытые. Вернее, здесь вот пуговицы открытые, а от пояса пуговицы скрытые. Это не разрез, это просто пуговицы кончаются. И вот здесь вот такая вот завязочка. Очень платье приятное. Делает фигуру, подчеркивает. И вот эти вот завязки, я считаю, во-первых, их можно регулировать, если вы немножко поели, немножко похудели, поправились. За счет вот этих завязок можно регулировать его размер, в принципе. То есть, как бы, очень удобно. И платье симпатичное, очень. Оно тоже сшито 100% вискозы и стоит 199. Размер... А, нет, это не medium. Размер 38. Или американский 6. И оно мне абсолютно подходит. А вот это... которая стоит дорого, намного дороже. И это размер американский 8, но не мало. И вот это один магазин. Ну вот я понимаю, что все зависит от фасона. Это платье такое по фигуре, это такое пошире, посвободнее. Но все равно надо же как-то хоть немножко соблюдать какие-то лекалы. Ну вот такое вот оно. Красивое платье, симпатичное. И мне по размеру, я влезла в 6, мне уже нравится. Юбка со свитером. Юбка очень интересная, я вам потом ее покажу подробнее, расскажу, что к чему. Она такая с запахом. Вот это, по-моему, медиум, и она мне маловато. Вот я помню, что что-то было медиум. И такой вот очень милый свитерок, симпатичный, бусы мои для красоты. Мне очень нравится этот образ, вот такой вот комплект. Классический, деловой, но в то же время вот что-то в нем есть. За счет того, что юбка такая плессированная и клешная, есть в нем какой-то... ну, что-то такое, игривость какая-то. И очень симпатичный свитер белый. Они, по-моему, есть у них еще розовые такие. Он так интересно сделан. Он не очень дорого стоит. Я посмотрю его состав. На ощупь он очень приятный. Как будто бы шерсть с кашемиром. Но я не думаю, потому что цена не та. Юбку покажу потом подробнее на вешалке. Вот так вот она выглядит на мне. Она должна была быть немножко побольше, но это медиум, размера large не было. Прелесть ее состоит в том, что она застегивается здесь вот на пуговицу и вот здесь вот на пуговицу внутри. Я потом сниму, покажу. Пуговицы можно немножко перешить, если она вам стала маловато, то в принципе вы можете немножко ее как бы adjust, перешить пуговицы, и она вам будет хороша. Она очень красиво сидит, очень плотная, хорошая ткань. Даже то, что вот она мне маловато, но это не видно так, не выделяется живот, особенно ничего, даже в профиль. Потому что она как-то вот очень правильно, хорошо скроена. Очень мне нравится эта юбка, она очень хорошая, хорошая очень ткань. Длина такая красивая, в общем, юбочка что надо. Я вообще сейчас тема, да? Если вам это стало маловато, вы можете здесь перешить пуговицы, здесь перезавязать веревочки. Ой, девочки, это еще мы перед праздниками. Что же будет после праздников? Ай-яй-яй. А шерсти в этом свитере 51%. То есть он полушерстяной. И стоит он $170. Размер медиум. Ну, как бы для полушерсти в Massimo Dutti. Сколько там был кашемир у нас? 300, 280, 300, что-то такое, я уже не помню, я снимала. Ну вот такой вот, он очень приятный на ощупь, такой милый, такой мягенький, чудный. Несмотря на то, что всего 50% шерсти, но он очень приятный. Немножко великоват вырез на мой вкус, может быть поменьше, все-таки зима, холодно. Ну вот такой вот манжет, симпатичный свитерок, очень. Так, в магазине очень много всего сиреневого, и один из, вот, из всего сиреневого был вот такой вот сиреневый свитер. Я возлагала на него очень большие надежды, он оказался не такой, ну, он интересный, но, опять же, какой-то странный. Значит, здесь вот такой разрез у него. Как это работает? Здесь есть две завязки. Одна пришита вот здесь.
Одна пришита вот здесь. Без, не завязанный, он выглядит вот так. Просто вот так. Просто обычный свитер. Но имеется в виду, что это все надо как-то завязать. Сейчас я попробую это завязать по-другому. Видите, здесь такой разрез. Сейчас я попробую завязать, еще раз вам покажу. Ну вот так. Я ничего другого не придумала. Да? Не знаю, как-то это выглядит странно, нелепо. Не могу сказать, что мне это нравится. Хотя цвет красивый, качество хорошее. Стоит он немало. Здесь вот вообще с этой стороны вот этот разрез, он как-то... Может, надо меньше затягиваться. Так, но он все равно останется, этот разрез, и все равно здесь как будто бы... В общем, девочки, я не поняла его. Он неплохой, но странный, вот эти вот завязки. Как вы думаете, что может так вот не так сильно затягивать? Тогда будет лучше немножко? Как вы думаете? Состав у него 68% альпака, все остальное синтетика. Сделан он в Италии, как вы видите, размер медиум, и стоит он очень дорого, $280. 68 альпака. 169, больше чем на $100 дешевле, 50% шерсть. Это 280, этот 170. Ну, то есть этот больше чем на $100 дороже, фасон дурацкий, состав тоже не особенно какой прекрасный. Здесь 50% шерсть, здесь чуть больше альпаки. Ну, окей, вот такой вот свитер, вот так он стоит, не понимаю ценных, опять же, ну, то, что есть. Юбка 40% шерсть ткань. Смотрите, как интересно она сделана. Сверху вот такая вот кокетка с запахом. Здесь пуговица. Здесь пуговица внутри застегивается. Здесь она застегивается вот так вот немножко на косую. Красивые швы такие. Красиво она отстрочена. И внизу идет плиссировка. Причем она немножко такая симметричная. Юбочка очень симпатичная. Это был размер medium. Мне бы нужен был бы large. Но не было в магазине, или перешить немножко пуговицы. Стоил он $212. Ну, немало, немало. Но я хочу сказать, что юбка достойная. Вот прямо она мне очень понравилась. Такой цвет базовый, фасон хороший. Я же говорю, даже она мне маловато, но пузо не торчит. Это большое дело в наше время. Ну что ж, дорогие дамы, вот такие у нас были сегодня примерки. Немного вещей, но вещи довольно неплохие все. Не совсем с размерами я угадала. Проблема в том, что в магазине нету всех размеров, к сожалению, и вообще в магазине мало что есть. У меня такое ощущение, что Massimo Dutti у нас загибается. В Канаде, вот из, как я сказала, уже из 4 магазинов остался один. Это на весь Торонто большой город. Ну, что делать? Все, давайте будем надеяться, что Massimo Dutti не закроется совсем, и мы сможем сюда ездить. И до новых встреч, увидимся в следующем видео, примерок. Украшения, бижутерии, болталок, всего, что вы любите. А с вами была Тита из Канады. Всем пока-пока. До новых встреч. Бай-бай.